Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, вы спрашиваете, как отпустить боль и прошлое, за которое вы держитесь. Боль становится странной. Это то, что нужно прожить. И прожить это нужно до конца, да, то есть, ну, всю боль, которая у вас есть, ее нужно прожить. Что такое? Прожить — это отреагировать, вырезать. Потому что вы не прожили ее. Вероятнее всего. Следующее. Это извлечь необходимый опыт, именно что опыт. Необходимо, чтобы вы извлекли его, этот самый опыт. Необходимо, чтобы вы поняли для себя. Вот. А какой опыт? Вы можете извлечь из этого. Вот. Следующий момент. Прошлое. Что такое прошлое? Это то, что сейчас, на данный момент, для вас ярче всего работает. Вот. Понимаете, что, о чем идет речь? Речь идет о том, что у вас в жизни не так много интересного, что прошлое выглядит как что-то, куда более интересное, куда более важное, чем вот, ну, будущее. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь здесь. Вот, в принципе, именно так и работает, работается по вашей проблеме. Потому что, к примеру, за то же прошлое вы держитесь, потому что вам это нужно. Потому что вам это интересно. Потому что вам это ценно. Потому что вам этого хочется. Ну, по сути дела. А вот почему вам этого хочется? Чем вам это так важно? Почему, как я уже
сказал, нет ничего интереснее в вашей жизни, чем это самое прошлое, за которое вы держитесь. Это довольно интересный момент, на который, как я надеюсь, вы постараетесь, может быть, вместе с, вместе с психологом, может быть, самостоятельно, но лучше, конечно, вместе с психологом найти ответ, да, на этот вопрос. Безусловно, безусловно, вы можете быть травмированы, безусловно, да, то есть, ну, скорее всего, вы травмированы, скорее всего, произошла вот травма. И вам нужно помочь эту травму прожить, помочь от нее освободиться. Вот. От травм. Это, к сожалению, не всегда просто сделать. Ну, можно. Вполне реально. Главное захотеть. Главное, чтобы вы этого захотели. Вам 19 лет. Это очень такой хороший срок в жизни вашей. Хороший период вашей жизни. И это тот период, когда вы, в принципе, можете довольно-таки легко менять в своей жизни те вещи, которые вам хотелось бы менять. Поэтому упускать такой момент, на мой взгляд, все-таки не стоит. Слишком момент такой хороший для коррекции, для изменения своей жизни и так далее. Хотя, понятное дело, что заставить вас никак нельзя, да и, в общем-то, не нужно это. Ну, именно заставлять. Я просто надеюсь, что вы не ограничитесь только одним вопросом, а все-таки обратитесь за помощью. То есть, ну, поработать. Вот. Что касается техники или техник, то здесь очень важно понимать следующий аспект, что техника — это средство, но очень важно, чтобы любая техника ну, принимала во внимание вашу индивидуальность, вашу личность, чтобы принималась во внимание ваша история. Понимаете? Если этого не происходит,
что ситуация развивается по крайне негативному сценарию, потому что техника становится просто-напросто сумасшедшей. Вот. А мы таким образом, ну, никуда не придем. Никуда не придем, мы таким образом от слова совсем. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы не будете заострять свое внимание на техниках. Вот, а займетесь как раз таки исследованием своей проблематики. Вот такой момент. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.